Вместе сбережем природу. Краснодар присоединился к мировой экологической акции «Час земли». В городе на 60 минут погасили свет. Как в город погружался во тьму, расскажет Татьяна Леонова. Как и в любой выходной, улица Красная пестрит огнями. Вокруг привычная жизнь. Люди не спеша прогуливаются, отдыхают. Но сегодня не совсем обычный день. Буквально в эти минуты наступает «Час земли». Интересно, а знают ли краснодарцы об этой акции? Да, мы уже закупили свечи для этой цели. В темноте, да не в обиде, как говорят наши друзья. Поэтому мы обязательно воспользуемся этим моментом для того, чтобы провести это время с семьей. Поддержим планету этот час. Не проблема. Посуществуем без электричества. Ну, планету беречь хорошо, а такие акции устраивать, я думаю, бессмысленно. Почему? Ну, потому что ничего не изменится. А измениться за этот час по замыслу организаторов акции должно наше отношение к потреблению электричества. Мы так привыкли к благам цивилизации, что накручиваем киловатты по нарастающей. Летом прошлого года Кубань побила собственный рекорд энергопотребления. Новый максимум – 4907 мегаватт. Обеспечили в том числе сплиты, холодильники, стиральные и посудомоечные машины, телевизоры, компьютеры в наших квартирах и, конечно, иллюминация на улицах города. Вот музей имени Коваленко. Ночью без подсветки он выглядит не очень красочно, но я думаю, что час мы сможем потерпеть, тем более, что это на благо нашей планеты. А вот в куполах храма Александра Невского отражается уличное освещение, и как будто подсветку не отключали. Иллюминацию убрали не только на городских зданиях. К акции присоединился и Краснодарский аэропорт. На привокзальной площади погасла световая реклама. Посидели в темноте и горожане-добровольцы. Вместе мы, краснодарцы, за час сэкономили 200 киловатт. Чтобы показать, об экологии может позаботиться каждый из нас не только во время акции. Если воспитать привычку не включать телевизор фоном, а уходя из дома не забывать погасить в комнатах свет и выдернуть из розетки электроприборы. Ведь производство заветных киловатт – это выбросы в атмосферу от сжигания топлива на электростанциях и вредные отходы на атомных. Поэтому наше расточительство опасно для здоровья планеты.